я, честно, очень рад, потому что, ну, потому что мы все-таки катались очень долгое время вместе и симпатизирую, конечно, в пользу них. Ну а сейчас давайте посмотрим на британцев, которые в прошлом году замкнули 24 сильнейших на чемпионате мира. Последнее место среди всех, кто был допущен к произвольному танцу, заняли. Но в этом сезоне абсолютно другой уровень показывают ребята. Тренируются в Монреале у Романа Кубинауэра, Патрис Лазона. Ну и Карен Квин с ними работает. Дона Саммер, ее композиция. Дона Саммер, сначала вот это вот Car Wash Bad Girls, потом будет On The Radio, и в финале Майкл Джексон. Такая, знаете, легкая танцевальная программа. Сложно на протяжении всей программы держать такой ритм и очень такое многообещающее начало.